Ничего себе! Он разрезал! И как же ему теперь без ножек? Это как так? Привет, ребята! Вы на канале Малышарин ТВ. Жесть! Помните нашего малыша Панго и его друзей? Кто помнит, обязательно ставьте лайк. А мы с вами сегодня с ними немножко поиграем. Смотрите, а вот и наши друзья. Давайте начнем. Интересно, что же здесь будет? Неужели какое-то выступление? Так и есть! Смотрите, наш Панго фокусник! Ой, что у него в шляпе? Давайте попробуем достать. Ничего себе! Да это же змея! Посмотрите, там что-то еще есть. Это бутылка какая-то. А это интересно, что такое? Да это же меч! Вот это да! А это что за уши торчат? Ну-ка, ну-ка. Да это же наш зайчик, его дружок. Как он, интересно, спрятался в шляпу. Нет, не открывает свои тайны. А здесь что? Что, в коробку полезешь? Ой-ой-ой, я за него переживаю. Ну что, Панго, иди, режь. Посмотрим, что из этого выйдет. Ничего себе! Вы видели? Он разрезал нашего зайчика. И как же ему теперь без ножек? Ой, это как так? Ножки торчат, а зайчик сидит. Ну-ка, ну-ка. Что же там такое? Интересно. Давайте посмотрим. Панго, рассказывай, что там у тебя за магия? Ой-ой-ой, да это же Хрюшка. Вы видели? Хрюшки покрасили ножки. И он помог Панго сделать фокус. Ладно, давайте посмотрим. А тут что? А, они вышли поклониться. Да, нам очень понравились ваши фокусы. Давайте посмотрим, что же дальше можно делать с нашими малышами. А ты что выглядываешь? Ого, у тебя тут птички летают. Здорово. Очень интересное выступление получилось. А здесь что? Давайте посмотрим. Что же здесь нужно делать? Понятно, тут нужно разложить в коробке по цветам. Эта коробка голубого цвета. И сюда нужно голубые предметы. Ой, очки, складывайтесь, отлично. А это в красную коробку. Замечательно. А осталась у нас коробка желтого цвета. Отлично, и последний желтый предмет. Да, мы помогли нашему малышу Панго. Так, а это что за дверь? Тебе ее открыть? Тут кладовка какая-то. Понятно, тут нужно разложить вещи по местам. Да, мы видим, ты очень устал. Ой, что ты хочешь делать? Прибраться в доме? Давай вот это тебе дадим. И вот эту тряпочку. Что, пойдешь прибираться? Ребята, а вы помогаете маме прибираться дома? Кто помогает, обязательно пишите в комментариях. А мы пока поможем нашему малышу Панго. Ой, слышите, как дверь скрипит? Да, давайте посмотрим. О, что это такое? Что это за тень? Откроем дверь. О, ничего себе! Да это Хрюшка такой грязный пришел и натоптал на весь дом. Но наш Панго ведь хотел прибираться. Уходи, Хрюшка. Уходи, уходи. И не надо тут топтать. Давайте посмотрим, что же тут еще можно сделать. Да, наш Панго взял пылесос и будет пылесосить. Вот это он отлично придумал. Сейчас будет все чисто и красиво. Так, осталось совсем немножко. Отлично. Ну что, по-моему, уже все чисто. Ой, опять включил свой пылесос. Да и так чисто. А здесь что? Ну что, мне кажется, достаточно пылесосить. Ай-яй-яй, ты грязный поросенок. Иди вон в ведро садись. Да, и мойся в своем ведре. Отлично, наш поросенок вымоется и будет чистый. Ну что, что-то еще здесь можно сделать? Конечно. Смотрите, тут какой-то домик. Зачем здесь домик? О, я ушки вижу. Да это же зайчик, а здесь кто? И бельчонок. А тут, кажется, наш Панго. Так и есть. Они пришли на детскую площадку.
Так, кто поедет первый с горки? Что-то не хотят ехать. Наверное, испугались. Ребята, а вы любите кататься с горки? Кто любит, пишите в комментариях. А мы посмотрим, что еще есть на детской площадке. Тут еще есть такая качелька. Ой, смотрите, малыши даже подпрыгивают. Вот это да! Ой-ой-ой, они улетели! Прямо на нашего малыша Панго. Вот это да! А здесь что? Здесь можно покачаться на качелях. Да, качели — это тоже очень весело. Ребята, а вы любите качаться на качелях? Я уверена, что любите. Ничего себе, как они сильно раскачиваются. Я даже немножко переживаю за них. Ладно, давайте посмотрим. А это что? Да это же веселая карусель. Ой-ой-ой, кажется, они раскрешили. О, вот это да! Вы видели, ребята? Они раскачались слишком сильно. Ну зачем вы так раскачиваетесь? Так не надо. Опять. Вот это они баловники. Ладно, давайте посмотрим, что же тут еще есть. Тут какой-то месяц и звезды. Что? Что тут нужно делать? Интересно, интересно. Ребята, а вы кто-нибудь играл в такую игру? О, тут можно считать звезды. Вот это очень интересное занятие. Так, уберем все облака. Теперь у нас чистое небо. Посмотрим, что же они там увидят. Ого, какую-то фигуру. Что это за фигура? Давайте посмотрим. Как думаете, ребята, что они увидят? Да это же ковш! Точно, наш Панго увидел ковш. А ты что? Посмотрим, что увидит лисенок. Как думаете, ребята? Мне кажется, он увидит зайчика. Посмотрите, звезды похожи на зайчика. Так и есть. Ребята, а какие вы фигуры видели из звезд? Ой-ой-ой, кажется, наши малыши засыпают. И что с ними делать? Ребята, как думаете, что делать с нашими малышами? По-моему, они уснули. Так. Наверное, падающая звезда исполнит их желание. Так и есть. Смотрите, их желания исполнились. Так, ну что, у нас осталось последние две игры. Ничего себе, ты что, умеешь делать ракеты? Вы видели? Наш малыш Панго умеет делать ракеты. Да, посмотрим. Интересно, как думаете, куда он полетит на своей ракете? Смотрите, как ловко у него получается. Так, и теперь окно. Отлично! Какая красивая ракета у тебя получилась. Что, тебе нужно разукрасить? Как на картинке? Запросто. Эти детали голубого цвета. Нос красного. Так. А розовый сюда. И осталось зеленым цветом покрасить. Отлично. Ну что, тебе такая ракета подойдет? Да. А здесь что такое? Ой, вы видели, ребята? Здесь можно подбирать ему разные костюмы. Давайте посмотрим, какие костюмы у него есть. Ой, клоун Панго. Да, смешной он. А здесь кто? Да тут Панго пират. А еще кто? Панго пожарный. Да, это очень интересно. А вот и его хороший костюм. Космонавта. Ты что, и друзей с собой возьмешь? Вы тоже хотите? Ну отправляйтесь скорее в ракету. И ты, Панго, залазь. А теперь ты, Бельчонок. Отлично. Ну что, раз, два, три. И полетели. Так, начинаем отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! И наш Панго с друзьями полетел и в космос. Интересно, куда они прилетят? Но, наверное, мы этого не увидим. В звездочках вон летают.
Отлично. А здесь что за звезда? Лабиринты? Что у тебя? Проблема какая-то? Не хватает зонтика? Мне кажется, ты пошел не по той дорожке. А если пойти вот по этой? Как думаете, у него получится добраться до зонтика? Странно, почему не получилось? Мне кажется, он шел вполне себе правильно. Ну-ка. Что же такое? Почему у него не берется этот зонтик? А если уйти отсюда, взять и убежать? Тоже не получается? Странное какое-то задание. Не знаю, как его проходить. Так, а Панго хочет добраться до гитары. Странно. Непонятно, как играть в эту игру. Ладно, ребята, на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока-пока!